Всем здравствуйте! В сегодняшнем нашем видео мы будем начинать пошив платья на выпускной. Платье с корсетом. Сразу в начале видео говорю, что платье на более худенькую девочку, потому что здесь корсет у нас не смыкается по спиночке. Я вам даже вот сейчас вам просто поверну, вот так вот покажу, чтобы вы понимали, насколько девочка худее, поэтому здесь мы... Ну, не на столе вам, чтобы показать, а именно, что же будет, чтобы вы посмотрели. Обязательно покажем потом в готовом изделии на девочке. Обязательно это увидите. Итак, в сегодняшнем видео мы с вами продолжаем тему корсета, потому что вот буквально вчера вышло у нас моделирование корсета по выкройке основе. Как его сделать, мы с вами рассмотрели. Мы с вами рассмотрели, как сделать выкройку-то. Все проговариваем. Затем, в сегодняшнем видео мы с вами сделаем... такие вот моменты и акценты. Как правильно раскроить уже корсет из основной ткани? Как правильно ее продублировать? Какой должен быть дублирующий материал? Вообще, какие материалы нам нужны для того, чтобы пошить корсет? И как его подготовить к первой примерке? Как шить? Куда правильно заутюжить? Где нужно что повысекать? Что обрезать? Как пришить тоннельную ленту? И так далее. И какой должен быть китовый уз? Сегодня в этом видео я вам все покажу. Работаем мы с двумя тканями. Это у нас атлас манго, который у нас внизу, он из интернет-магазина «Атлас», и фатин также из интернет-магазина «Атлас». Ссылочки вам оставим в описании. В интернет-магазине «Атлас» большой выбор тканей для женской одежды и не только. И есть очень много оттенков различных и фатина, и вот этого «Атласа», который, кстати говоря, довольно такой... очень приличный, он смотрится недешево, дорого смотрится, стрейчевый этот атлас, плотненький, форма держащий, поэтому прекрасно подходит для корсета. Ссылочку на магазин оставим вам в описании. И для тех, кто будет заказывать, я думаю, важная информация, что при заказе от 500 гривен на эту сумму вы получите бесплатную доставку по Украине. Итак, по юбкам. Юбка солнце-клёш. Нижняя. И совсем-совсем чуть-чуть мы делаем присборку по линии талии. Сверху идет юбка из фатина, и здесь присборка идет больше, и, соответственно, она по низу немножечко пышнее и шире. Для того, чтобы красиво все это смотрелось потом, и чтобы юбочка, которая все-таки у нас вот это вот атлас, он такой, знаете, ну тяжеленький, хороший, тяжеленький, можно просто шить даже вечернее платье. Необходимо сделать еще подъюбник вниз, то есть под саму атласную ткань. Будет тоже с фатина. По низу я сделаю еще оборку для того, чтобы придать пышности. И на самой юбке, вот здесь вот, по низу будет пришит регелин. Это для того, чтобы сама юбка не была вот так вот, знаете, ну, в висячем состоянии, а тоже мы должны придать ей пышности. Потому что верхняя юбка из фатина будет такая пышная, красивая. Ну, манекен, еще раз повторюсь, большего размера. Манекен 52 размера, мы шьем на размер 46. Там и талия узенькая, и рост совершенно другой. Поэтому... чтобы вы, повторяюсь, несколько раз, потому что смотрят как-то так вот, перескакивают с видео на видео, ну, я имею в виду, с минут на минуту, и потом, ну, пишут, как оно сидит, что оно не так и так далее. Пошив мы будем продолжать. Естественно, это то платье, которое невозможно пошить, вот как я говорю, за 20 минут, за полчаса, за час, за три. Это платье такое кропотливое, и работа интересная, ну, и, конечно, оно совершенно другое. То есть сложности в работе здесь есть. Сама верхняя часть, сам корсет, будет еще внизу и на подкладке. Какая должна быть подкладка, как правильно ее выбрать, я тоже вот видео, кстати, сегодня рассказываю. Будем стараться снимать еще какие-то важные моменты, как правильно и там юбку соединить с корсетом, чтобы красиво было, чтобы вот эта вот вся пышность не вот так вот не вылазила, да, а она должна быть, ну, вот так вот красиво-красиво ложиться. А вы пишите со своей стороны, что вас интересует, либо как правильно сделать шнуровку или соединение с подкладкой, то есть какие моменты вам интересны, возможно, мы будем снимать в уроках 100 шагов портного.
Пишите. Сейчас будем приступать с вами уже непосредственно к раскрою. И показываю, что вот юбка, смотрю в камеру, так заглянула, что немножко совершенно другой оттенок. Какой-то голубой, а на самом деле и фатин. И сам атлас, он такого лавандового цвета. Ну, сам оттенок, конечно же, именно атласа, голубоватый цвет присутствует больше, а здесь присутствует больше такой лавандовый, нежный и поблескивает сам фатинчик. Начинаем работать. И сейчас, смотрите, вот у меня детали кроя, которые были сделаны из не основного материала, а из ткани, которую я использовала, ну, как макетную, да, то есть вот макетная ткань. Естественно, после того, как я сделала примерку, а я макетную ткань всю эту строчила на машинке, то есть не сметывала, а именно прошивала. Потом все то, что я прошила, удалила, внесла корректировки. Вот сейчас вам так вот все показываю детали. Проутюжила. Нитки удалила, да, и теперь, только теперь я могу понимать, что вот мои детали кроя готовы. Единственное, что здесь мне нужно сделать еще изменение относительно линии талии. То есть мне нужно вот начиная от спиночки, вот так вот вывести и сюда удлинить на 2 сантиметра вперед, потому что он получился такой, как вздернутый. Хотя брали мы линию талии, но посадка получилась именно такова. Поэтому здесь вам нужно будет тоже это учитывать. Значит, вот у меня детали есть, все пронумерованы. И теперь начинаем работать. То есть, что мы должны с вами учитывать. Основную ткань, которая у нас есть, я сейчас буду дублировать. И дублерин у меня такой средней плотности. То есть, вот я взяла кусочек здесь 50 сантиметров. Теперь такой же кусочек я беру ткани. Сейчас вот так вот подровняю. Я не вырезаю и не дублирую отдельно. Ну, я вот так вот визуально, просто визуально, ну вот беру. Пускай будет ткани чуть-чуть больше. Это не столь важно. И что мы сейчас с вами получаем? Получаем 2 прямоугольника из основной ткани и дублерина. И этот прямоугольник нашей основной ткани с изнаночной стороны дублируем. После чего будем приступать к раскрою. Ну, я вот здесь, как вы видите, прорезаю, даже не сильно не равняю ничего. Вот так, визуально. Все, теперь с изнаночной стороны прикладываю клеевой частью к ткани и утюжком проклеиваю. После того, как я приклею, нужно обязательно дать остыть. Только потом приступать к раскрою. Так, теперь я, вот смотрите, проклеила, подровняла. Здесь срезаю кромку, ну пока только ткани. Срезала вот здесь остаток ткани. Здесь он у меня был больше. И теперь можем приступать к раскрою. Срежу еще вот здесь вот все излишки, чтобы при раскрое не получилось так, что какой-то край, низ, верх был без дублерина. Дублерин, который мы можем использовать, должен быть обязательно хлопковый. Это не трикотажный дублерин, не какой-то шелковый. То есть хлопковый и достаточно такой плотненький. Кстати, я, когда делала из макетной ткани примерку, то тоже брала ткань такую, которая не растягивается. Это у меня был лен. Такой он плотный. И обязательно... Последняя деталь, которая у меня была 6, да, вот я вам так сейчас даже ближе показываю, еще ближе, видите, вот здесь вот я даже делала такие отверстия шилом и веревочку вдевала, делали шнуровку для того, чтобы понять, как все-таки садится корсет и по линии спины, и какая получается там у нас свобода, а свободы быть не должно, должно быть оно было, ну, плотненько быть. Поэтому это очень важно. Складываем вдвое со сгибом. И середина переда четко-четко идет под сгибу. Раскладываю так, чтобы соблюдать направление долевой нити. Как вы видите, вот часто вот пишут, что необходимо 50 сантиметров дублерина, и этого будет достаточно. В зависимости от того, какой ширины дублерин, в моем случае вот 6-я деталь не помещается, поэтому я еще дальше доклеила на тот кусочек, который я отрезала,
дополнительно дублерин. Поэтому вот здесь вот, приобретая дублерин, учитывайте его ширину. Потому что если он не широкий, то может не хватить. У меня уже здесь припуски на швы заложены. Поэтому сейчас я только обвожу. Как я вам говорила, что я удлиняю. Обвожу и вырезаю контрольные точки, которые были на макетной ткани, когда мы с вами делали примерку, обязательно переносятся на основную деталь. И вот здесь, смотрите, я сделала первую деталь, я нумерую номер 1. Для себя середина обозначаю, вот так вот, серединочку. Никакого припуска не делаю, смотрю, чтобы здесь, но только внизу, как я вам уже сказала, по линии талии к низу я удлиняю вперед. Тоже контрольная точка. То есть сейчас я все детали вот так вот обвожу и вырезаю. И, соответственно, вот здесь вот шестая деталь. Вот здесь у меня, смотрите, линия подгиба. Здесь 3 сантиметра я прибавляла. Поэтому 2,5, ну, даже тут не 3, здесь меньше. Здесь у меня идет 2,5. Ну, вот так вот 2,5 сантиметра пока все выкраиваю. Все равно надо будет делать еще одну примерку. Это обязательно. Но сейчас я вам покажу, как подготовить уже ко второй примерке, что необходимо сделать. Пока выкраиваю и затем рассказываю о важных, нужных моментах. Обрисовав, скалываю булавочками вот здесь вот, чтобы ничего не сдвинулось, и вырезаю. Вот после того, как вырезали вы, смотрите, в зависимости от того, какой наклон ножниц был, возможно, вот здесь будут какие-то моменты, что вам нужно будет еще их чуть-чуть вот так вот подрезать, ну, чтобы было все ровно-ровно. То есть вот здесь все-все, ну, должна быть точность. Именно точность. Все, вырезаю. И смотрите, я сейчас вырезаю за кадром дальше уже. Но пронумеровав вот так вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, я буду нумеровать и с другой стороны. Потому что потом, чтобы мы с деталями с вами, ну, не попутали, как все будет, поэтому делаем пока вот так. Так, вот я все вырезала, теперь все эти детали крою. Смотрите, вот я направление карандашиком прорисовала, как у меня соединяется, что идет к низу. Это для того, чтобы мы с вами не перепутали, да, не сделали вот так вот, но и не сделали вот так вот. Потому что это что же очень важно. То, что мы написали цифры, понятно, где верх, где низ, но мы же можем с вами... Ну, то есть, как бы изменить вот это вот направление, да, и уже пойдет у нас неправильная конструкция. Теперь из этих деталей, то есть по этим деталям выкроенным, я выкраиваю такие же точно детали из сетки. Это если вы делаете двойную, а у меня здесь двойная будет. И точно такие детали я выкраиваю для подкладки. Подкладку мы покупаем... Обязательно хлопковую, чтобы она была приятная, мягкая, но и ну, подходящая по цвету, естественно. Для чего мы делаем именно хлопковую подкладку? Для того, чтобы было нам комфортно, чтобы тело дышало. Значит, смотрите, я буду вшивать вот сюда. Будут еще... Сейчас, секунду, я достану. Уже раз я начала говорить о материалах. Будут вшиваться вот такие вот чашки. Они будут между основным изделием и подкладкой. Поэтому, выкраивая подкладку, я вот здесь вот сделаю, ну, чуть-чуть меньше. То есть вот в этих местах я чуть-чуть срежу, потому что будет все-таки излишек. Вот сюда будет входить и будет излишек. Следующий момент еще. Значит, вот у меня тоннельная лента, которую я буду потом нашивать. Китовый ус, это я вам уже показываю, что необходимо будет
Вот такой вот китовый ус, это то, что мы вставляем в тоннельную ленту, для того, чтобы была вот такая вот жесткость. Китовый ус, который мы будем вставлять в тоннельную ленту по всем срезам, там, где мы будем стачивать. И сейчас, значит, я не буду тратить ваше время, то есть вырезаю точно такие детали из сетки, потому что она присутствует. Для подкладки вырезаю точно такие детали. И затем буду прокладывать строчку, то есть все пока соединяю. Вот так вот на ширину, значит, рассказываю, на ширину припуска. Затем надо будет разделить и удалить вот здесь вот. То есть я буду расслаивать. Вот, допустим, я сделала строчку, чтобы я не затягивала видео, я рассказываю. То есть я все прострочила. После того, как я сделала строчку, я расслаиваю дублерин и ткань, то есть отделяю, и дублерин вот так вот отрезаю, чтобы хотя бы миллиметр оставался от строчки. То есть нам не нужно лишнее утолщение по всем срезам, вот так вот с двух сторон. И затем уже начинаю работать с тоннельной лентой. Ну, потом постараюсь вам еще что-то показать здесь. Сейчас пока, то есть как бы готовлю я опять-таки к примерке, поэтому только пока все вот так вот. Так, вот все детали сшиты по заутюжке. Вот середина переда. У нас 6 деталей. Вот боковой срез. Значит, мы все, что идет от бокового среза и сам боковой срез, заутюживается к середине переда. То есть раз, два, три в моем случае. Дальше от бокового среза заутюживается все к середине спинки. То есть сделала я вот так. Дальше что? Ну вот сейчас в таком виде можно сделать еще одну примерку, и если есть необходимость, внести корректировки. Далее, после того, как мы еще раз померили, вдруг там где-то какой-то миллиметр нам нужно убрать, убрали. После этого убираем. Ну, у меня здесь двойная, вот смотрите, она сетка, я вот так вот ее, да, прошила. То есть вы тоже будете вот так вот двойную делать и сеточку, как у меня, то тогда нужно будет повырезать немножко сетку, чтобы она не была такая длинная. Затем расслоить, как я вам говорила, дублерин и саму ткань. И срезать дублерин. Видите, вот здесь вот я еще не срезала. Вот здесь я еще буду расслаивать. А вот здесь я расслоила и срезала. Здесь тоже все срезала. И здесь. То есть мы делаем все тоньше. После этого мы берем тоннельную ленту. И тоннельную ленту, вот смотрите, вот у меня идет строчка. Да, вот так вот сейчас я вам, чтобы было видно, рассказываю, что я дальше буду делать. Прикладываю тоннельную ленту. Сейчас вам покажу сразу, что китовый ус, вот он, четко-четко идет под тоннельную ленту. Видите? Поэтому, когда вы будете выбирать, смотрите, чтобы у вас все совпадало. Или не было, допустим, китовый ус был шире, чем тоннельная лента. Должно быть все вот так вот. После этого прикладываем тоннельную ленту. И прикладываем таким образом, чтобы сделать строчку. Ну вот как видите, я вот у меня идет шов. И я чуть-чуть смещаю за шов. И буду вот здесь вот прокладывать строчку буквально на 1 мм. И у меня получится, ну это делать нужно вот так вот. Вот так вот мы выкладываем. Не пришиваем мы к чему-то, а именно вот так. Вот таким вот образом. То я не покажу еще вам. Значит, вот так вот складываю. И прокладываю строчку. И у нас таким образом получится, что вот эта часть закреплена двумя строчками. После этого, когда мы сделали вот здесь вот строчку, ну, представим, что она уже есть. И смотрите, у меня есть вот здесь вот излишек, который я должна тоже убрать. И я его немножечко больше срежу. Ну, то есть, ну, могу даже взять и разметить. И сделать вот так, допустим, чтобы был 1 сантиметр. И срезать его так, чтобы тоннельная лента перекрывала вот эти вот остатки среза. После этого фиксирую, конечно же, тоннельную ленту вот здесь, сверху. Потом прокладываю строчку, когда мы вырезали, вот здесь. И снизу заходит китовый ус вовнутрь. Ну, вот здесь вот я его немножечко скруглю. Скруглю вот эти вот острые края, их не должно быть. После этого заходит сюда, и нам нужно сделать, чтобы было натяжение. То есть, допустим, вот у нас длина. И мы прям немножко вот так вот прям растягиваем, чтобы его туда вошло побольше, чтобы
не должно быть и вот так вот, да, вот такого эффекта не должно быть, но и не должно быть эффекта болтания, то есть болтаться ничего не должно. Должно быть все вот так вот, как струночка натянута, но все должно быть в разумных пределах. И вот так вот делаем по всем срезам. А потом, конечно, мы пришиваем подкладку и так далее. Будем стараться показывать. Тоннельную ленту можно проложить и посередине переда. Прокладывать ее, ну вот здесь можно делать, можно не делать, ну вот здесь вот я ее буду скорее всего делать, потому что я буду фиксировать сюда чашки, то есть мне нужно ее зафиксировать, пока все выглядит вот так.